Этой ночью в центре Саратова практически полностью сгорел многоквартирный дом. Как сообщили в региональном МЧС, около полуночи загорелась кровля. К прибытию первых расчетов здание полыхало уже полностью. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Масштаб можно оценить по кадрам, сделанным с воздуха. Борьба с огнем заняла почти 6 часов. Потушить дом удалось лишь ранним утром. Как уточнили спасатели, из-за пожара из здания были эвакуированы 20 человек. Двоим из них потребовалась госпитализация. Они отравились угарным газом.